Мы пытались сделать бой против Конора Макгрегора. Они знают цифры. Мой гарантированный гонорар 100 миллионов. Это моя цифра. Мы сторона А. Я даже не знаю, сколько денег он заработал до этого. Я не знаю, сколько он заработал, но я уверен, что он даже не зарабатывал 10 миллионов в ММА-поединке. То есть твой бой с Мейвезером реален? Я слышал, что этот парень говорит. Был слив слухов, между прочим, с его стороны. И там говорилось, что он получит 100 миллионов, а я 7 миллионов. Слышишь, 7 миллионов — это гроши для меня. Я думал, что в боксе крутятся деньги. 7 миллионов — это абсолютно смешно для меня. Он говорит о 100 миллионах, я также говорю о 100 миллионах. Но мы готовы дать ему 15 миллионов. И затем мы поговорим о разделении дополнительных процентов с pay-per-view доходов. Но естественно, что мы сторона А. Как человек может говорить о 20-30 миллионах, если он никогда не делал 8 или 9 миллионов? То есть ты говоришь, что ты хочешь 100 миллионов, а ему предлагаешь 15. Я говорю, Конор Макгрегор говорит всем, что он хочет драться. Давайте сделаем это. Кто бы не хотел покорить оба мира, знаешь, он сейчас стареет. Я больше его, я выше его и... Я моложе его. Я нужен ему. Он мне не нужен. В этом вся правда. С кем еще ему биться? Если он выйдет еще с кем-то в матче по боксу, то ни с того ни с сего гонорар со 100 миллионов упадет до 15. Так что я нужен ему. И если он хочет обсудить, мы можем обсудить. Но именно я контролирую процесс. Флойд, с точки зрения конкуренции, в боксерском ринге это не конкурентный бой. Это не мой косяк. Помнишь, я проложил путь. Еще до Конора Макгрегора, помнишь, Флойд Мейвезер доминировал с 90-х. Я помню, я был на поединке с Коралесом. Я не знаю, не просто боксера. Не просто боксера. Назови мне другого спортсмена, который был на вершине 20 лет. Но вот что я хочу спросить с точки зрения конкурентоспособности, потому что чемпион, который выступал на высшем уровне многие годы, у него внутри должен бурлить поток конкуренции. Майкл Джордан смотрит на Леброна Джеймса и думает, я бы защищался от него вот так, я играл бы с ним так. Глядя на молодых боксеров, ты думаешь, я знаю, как победить этого парня, я хотел бы драться с этим парнем. И это не с точки зрения бизнеса, а исключительно с точки зрения жажды конкуренции. Нет. На самом деле нет. Но! Вы постоянно слышите разные слухи о разных бойцах, которые хотят встретиться с Флойдом Мейвезером. Все говорят о Коноре Макгрегоре, из-за которого у всех постоянно идет дым из жопы. Могу я говорить слово «жопа»? Нет. Но все в порядке, продолжай. Дейна Уайт, UFC, давайте сделаем это. Приводите его в боксерский мир, и я покажу ему, что это такое. Легко. Что именно это значит? Ты покажешь ему, и хочу знать, что ты этим хочешь сказать, что ты сделаешь. Я имею в виду, что я заработал 300 миллионов за 30 минут. И я говорю вот что. Сколько бы он там ни сделал, если он сделал 8 миллионов за бой, я дам ему 16 миллионов. Если он сделал 5 миллионов, я дам ему 10 миллионов. Если он сделал 3 миллиона, я могу дать ему 6 миллионов. Я могу попросить 100 миллионов, потому что как-то раз я заработал даже больше этой суммы. Что ты сделаешь с Конором Макгрегором, если он выйдет на боксерский ринг против тебя? Нет смысла обсуждать то, что и так понятно. Да посильнее. Теперь на мне след Конора Макгрегора.